Господи Боже наш, слава Тебе! Благодарим Тебя за пищу, поданную нам. Воздай милостыню всем заботящимся о нас и Елене, которая так щедро награждает нас всем. Благослови брата Виктора и Анну, возврати их в мире. И нас помилуй милости Твоей ради. Благослови всех приезжающих и отъезжающих, парализованных, обездоленных, покинутых, на операционном столе лежащих, за слово Твое в тюрьмах томящихся, убиваемых детей Твоих, прими в обители Твои вечные. Да слава. У меня новость такая. Вчера подходит ко мне человек один и подает мне письмо. Так, Галина Александровна, будьте добры, почитайте. Что тут написано? Дядя Игнатию. А на той стороне? Написано с ошибкой. Дяди Игнатию. Да, надо писать дяде. Дядя, одна ошибка. Дальше. От мамы Кати Папандопуло. Это приехала к нам Марина. Я думала, это что? Плотникова. Это ее мама, Катя. И она рассказывает, как она пришла к Богу, была стюардесса, ее мама. Ну и как она познакомилась со мной заочно. И как она уверовала во Христа. И вот она мне со своей дочкой, которая приехала, Марина, вот, и она прислала мне подарок. Разворачивай. Что там? 10 евро. 10 евро. Ого. Это сегодня умножить на 61 рубль. Сколько будет? 610. Галина Александровна, я дарю вам за вашу работу, за заботу. Она получает мало, у нее ничего нету. Нет, она все равно... Не. Это уже решено. Я когда увидел, сразу решил. А там голчата мои. Да, потому что мне она не нужна, все равно я богаче не стану. Спаси Христос вас и Катю. Ну и за Катю покончим. Екатерина, это Васина бабушка, получается. Так. Видите как, нам со всех сторон как-то что-то где-то как-то даже не ожидая. Марина подходила, взяла, поцеловала и ручку позолотила. Так, как Тараси, аппетит наел? Да. Ну-ка иди сюда. Мне не помогал есть. Ну как, руки тебе не мешали есть? Не, нормально. Не пробивной, ну становись-то. Ну все. Так, сегодня у нас, вы чувствуете внутри, как будто бы воскресный день? Да! Все, может быть, и кино посмотрели? Да! Так. Ну какое, мы там посмотрим. Вы давно просили в фильме «Предчувствие», которое мы сейчас снимаем. О моей биографии фильм документальный государство снял, и он занял первое место в России. Господь дает вот такое интересное, ну, просто интересно. Объявили конкурс среди учащихся написать там знаменитые личности какие-то, объявили по всей Российской Федерации. 310, кажется, было, которые участвовали в этом деле. И один знакомый, мой знакомый, Попов Сергей, а у него сын Ваня. И он решил обо мне написать и рассказать. Ну, правда, ему отец, конечно, помог-то. И он получил первую премию. Кто моей биографии касается, получает почти всегда первую премию. Но пока он ехал до Москвы, премия оказалась вторая. Может быть, он огорчился, я узнал, чем. Первую премию присвоили какому-то еврейскому мальчику, который написал про еврейскую синагогу. Я говорю, ну а кто этот конкурс устроил? Евреи. Ну так ты благодари, если бы они не устроили, тебе второй бы не было. Надо научиться смотреть на все проклятым маленько вперед. Один писатель из Москвы мне сообщил. Я, говорит, пишу о вас книгу сейчас. Что он там может писать, не знаю. Первый фильм «Предчувствие» — это уже Господь так делает. Мы неизвестны, Павел говорит, у нас узнают. Фильм «Предчувствие». Я в нем тоже участвую, попросили. 3 раза звонил батюшка, я никогда не снимался. Что я могу там сказать им? Ну, и он опоздал. В Югославии был международный конкурс документальных фильмов о православии.
поделили первое, второе, третье. Кузнецов Владимир Сергеевич, он в Барнауле в администрации краевой работал после этого. Он когда прилетел, режиссер туда, говорит, а уже все, конкурс, ну, присвоили первое. Но он умолил там знакомых, ну хотя бы посмотрите. Мы старались. А фильм этот не должен не превышать 45 минут. Это не артист, а документальный фильм. Ну и когда они посмотрели, а там были профессора МГИ, как говорит, были епископы, ну раз православный фильм-то. Этот фильм все подвинул, который был первое место, занял второе, второе, который на третье, а этот фильм стал первое место. Взял золотой глобус. Или не золотой глобус, золотой витязь. Видите-ка. У Славы есть особое качество, Златоуст говорит так. Если тебе охота, чтобы про меня написали, меня сняли, там показали, вот я хочу, ну Славы надо. Ты гонишься, где-то подкупаешь, а Слава от тебя тем быстрее убегает, а ты за ней гонишься. А если ты от нее убегаешь, да не надо, да кто, Слава за тобой будет гнаться. Ни в одном фильме я не просил снимать. Тогда начали говорить, да это на американские доллары закупили все. Это поэтому-то ни одного доллара я не летал и не платил. Раз я не летал, то я не платил. Это обман. А почему? Просто интересно. Я вот сейчас каждый день смотрю отзывы. С ребятишками как занимаемся мы. Ну, отзывы просто превыше всяких похвал. Человек не расположен и пишет. Я сейчас вот смотрю уже столько роликов. Это как же с каждым ребенком. И что-то вам было, может, это прямо. Это Господь умудряет, так что молитесь, чтобы мы вас, говорит, не зря не обижали, зря не притесняли, и чтобы вы чему-то научились. Моя задача не только накормить вас пищей и телом. Я спрашивал в других лагерях, а вы вот это встречаете, там какие-то нюансы, которые нестандартные ситуации, как говорят. Какие меры принимаете? Ну, а что мы можем делать? Я говорю, у вас есть наказание? У меня есть наказание. Вот сколько плантация крапивы растет. Видите, какая? Сейчас вы в интернете выставили рамку и написали, лечебная крапива особенно полезна по жопе. Никакой попе, а жопе. Я могу подтвердить, что это действительно так. И когда я говорю, что у нас есть наказание, он говорит, да что, у нас посадят сразу. Я говорю, меня уже несколько раз пытались посадить. А ты покажи, где наказание, какие среди наказания. Ничего нигде нету. Так вот на этих вот приезжали, сидели ФСБ, КГБ, из края приехали, расспросили, ну мы сюда, я уехал, дорогой встретили, позвонил, чтобы сюда не запускали никого, никого не запустили, но данные они имели, ну у вас же этого ничего нету, нету, но в уставе это будет. И поэтому родители, которые дают детей, все расписываются, мы согласны, чтобы детей наказывали за такие проступки. Я подумал, босиком. Если у нас будет здесь жарко, как прежде, все гости будете ходить босиком, запомните это. Если не поранена нога, устав. И вас это касается. До тех пор, пока вы свою квартиру, этот дом не построите. Но пока вы в лагере, то живете по нормам лагеря. Ваня, ты больше никогда не приедешь сюда, да? Приеду. Приедешь? Да. Вот, и не думай только обижать. А то мне говорят, Ваня, что... я хочу, чтобы ты другим был. Работай над речью своей. Четко, ясно. Записывай на магнитофон и прослушивай. У нас есть чему поделиться. Какие у нас девицы-то? Заведение одно. Глянь на них. Ты, если слышал, если поется, посмотри на девиз, а ты слышишь, не так. На них смотрят. Космоса. У меня есть гимн написан. Лагерь станк в степи на навозной куче. Что может быть круче. Все, отдыхайте. Спасибо. 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 Да пошли!